популярности президента Байдена. Есть много причин, почему это происходит. Президенты всегда потеряют часть своей популярности. После того, что это периоды, как называют, медовый месяц, как и проходит, и, конечно, всегда есть какое-то разочарование. Особенно, когда обещанные изменения не происходят сразу. Потом у Байдена все сразу. Возвращение Кобуда в Афганистане, который действительно показал такое позорное лицо Америки всему мира. Программа Байдена в Конгрессе явно застрял, и демократы не могут разобраться между собой, чтобы продвинуть эту программу. Потом есть еще такой фактор, когда они поддерживают Байдена, это с двух сторон. Есть среди республиканцев, во что бы ни стало притираться, независимо, что он делает, потом еще слева разочарование, что Байден вроде не делает то, что он обещал, то,